Ранее существовало немало способов познания образов. Одним из них был табличный. Заполнение квадратов различного формата символами, несущими скрытую в них информацию, давало возможность взглянуть на творимый образ объемно и многогранно. Для примера возьмем самый простой. Заполним квадрат 7×7 49 знаками древнеславянской буквицы и учтем основное правило. При толковании сосредотачиваться не на символах, коими являются начертанные знаки, а на образах. При горизонтальном, вертикальном и диагональном прочтении каждой строки мы обнаружим 28 цельных математически точных текстов, которые генерирует эта система записи. Читаем по горизонтали. «Ас Бога ведает глаголя добро, которое есть жизнь». При диагональном чтении получим «Ас весьма мудр, устои творя родовые во времени». Вертикальное чтение даст нам «Ас живет, как слово цельное снизошло и утвердилось повсеместно». Или «Бытие общинное покоится на путях, соединяющих все естество». Возвращаемся к горизонтали. Жизнь, обильная на земле, гармонирует и с вселенной, и с общиной, создавая древо мироздания. Это и подобные формы записи хранят в себе множество простых и ясных посланий, отражающих суть славяно-арийского мировоззрения. В самом языке заложена аксиоматика жизни. Это те самые азбучные истины, которые ведали наши предки. –